Я на море. Тут мои друзья будут. Посмотрим, где они. Ой, замечательно. Почему здесь так мокро? Шторм был, что ли? Непонятно как-то. Ну, неважно. Главное, я искупаюсь. Море чистое. Прекрасного дня, друзья мои. Всем добрый вечер, мои дорогие зрители. Добрый день. Я чем занимаюсь? Жарю. Очень вкусную вещь. Замариновала, сейчас жарю. Будет такой у нас вкусный ужин с мужем. А еще я что приготовила? Крем-брюле. Впервые в жизни приготовила крем-брюле. Знаете, чем он мне понравился? Тут только надо 200 мл сливок, 3 желтка. Слегка это... что нужно? Эритрит, так как я сахар не кушаю. Еще что? Сейчас скажу. Ванилин чуть-чуть и все. Вот просто помешать, подогреть на газе. Подогреть, не кипятить, а подогреть. Потом нужно распределить по тарелочкам и на водяной бане. То есть, я, смотрите, я как это сделала? Прям жалею, что вам не показала, может, как захотите. Сюда, значит, поставила и залила воды. До этих пор, до самых краев. И оно у меня при температуре 160 градусов. Сколько минут? 50 минут выпекалось. А это, смотрите, сколько я выбросила клубни. Нет, я черешню не выбросила. Я делаю из черешни компот, потому что там завелись у меня червяки. Оно мне лежало. Представляете, сколько черешни? У меня испортилось. Мужу. Мой муж пошел к анемчику. Новости хорошие. Анализы пришли. Гистологии. Отрицательный на онкологию. И вроде бы хочется и арбуз, и то, и все. И вроде бы, друзья, отрицательный пришел ответ, и что-то хочется. Да, надо что-то тут менять, потому что я увидела опять, чтобы мне ничего не залетело, мошки. Все надо в холодильник, поэтому надо по максимуму освободить. Так вот, у анемчика все хорошо. В принципе, наверное, ей можно будет ехать. Сейчас еще они у одного врача. А я чем занимаюсь? Как всегда, готовлю. Как всегда, помыла балконы с двух сторон. За птичками ухожу, йогу сделала. Сейчас у меня через 2,5 часа вебинар. Сегодня день рождения моему бизнесу, 14 лет. Вот, 5 часов будет. У нас планируется с девочками пикник и фотосессия. И мы будем готовиться. Я хочу что-то для себя сделать, шляпу такую интересную. Надо же сесть и пошить. Но вот никак времени найду. Так что анемчик с бабаджимом, кажется, скоро поедет в деревню. Ну, не знаю, Курбан-байрам они здесь будут резать или там. Вот это все посмотрим, как. Ну, здесь им жарко. Они перешли на второй этаж, слава богу. Газ у меня был чистый. Сегодня я вот птицам кипятила еду, они его что-то не кушают. И вот там у меня испачкался. И главное, на этот крем идет только 3 желтка. 3 белка остались. Ну вот, мои дорогие, я сейчас буду резать салат. Ну, больше ничего не буду делать. Когда придет Ашкен, тогда буду дальше продолжать. О, боже, друзья, я ничего не успеваю. То, что намечаю, я ничего не успеваю. У меня вебинар продлился 2 часа. Ашкем до сих пор не пришел, он сказал, не жди меня на ужин. Вот я решила поужинать, позавтракать, пообедать, все сразу одно. Вот такая красивая курочка получилась у меня. Очень вкусная. Я уже чуть-чуть попробовала. Ну вот, буду кушать без мужа. Жара такая, я нахожусь в форме, знаете, какой? Зумбы. В лифчике и в штанах. Очень жарко, волосы все, все потеешь. Начинается, началось лето так неожиданно. Прям с 1 июля, июня. Так, а я буду кушать, продолжать все дела. Друзья мои, смотрите, какой крем у меня получился. Классный рецепт. Классный, знаете, что классный? Десерт. Подняла я волосы, сижу в своей форме из-под зумбы. Друзья, очень вкусный десерт получился. Он такой нежный. Главное, знаете, плюс как в чем?
то, что он делается так легко, так просто, и тут надо мало очень ингредиентов. Сливки, 3 желтка. Вы можете сахар, я использовала сахарозаменитель. Вкусно. Мне пойдет. После этого сейчас я буду есть, кушать мороженое. Такая вкусняшка. Чтобы потом не кушать ничего. Муж мой еще не пришел, сказал, кушай сама. Он там туней наелся. Мама с папой дома. В общем, он целый день провел с родителями. А я весь день, как провела, сама не понимала. На 45 градусов. Что происходит? Мерсиню. Вот, почти доела. Вкусно. Приятного мне аппетита. В принципе, когда кушаешь, да, чем больше чавкаешь, тем интереснее. Я сама на ТикТоке смотрю мукбанги, и мне так нравится, когда другие кушают. И вам тоже нравится? Или вас раздражает то, что я кушаю? Не буду вас раздражать. Благодарю за ваши лайки, за ваши подписки. Смотрите мой канал. С вами была я, Светлана Ата. А вот и я, друзья мои. Всем привет-привет. Эй, Ляндик, Бутловдык. Хочу подарить вам солнышко, которого не хватает многих. Ой, мороз, мороз! Всем привет, мои дорогие. С утра я вышла. Не с утра, уже 10 часов. На завтрак подружка пригласила нас. Не знала, что одеть. Перемерила 100 одежек. И в итоге одела вот такое простое все. Ой, мне так нравится эта сорочка. Вот эту юбочку одела в Зара, которую купила, да? Не купила, а мне подарила подружка на день рождения. Хоть первый раз выгуляю. Очень так было сексуально. Без ничего я так не привыкла. А потом решила сорочку одеть, она закрывает попу. А попку закрывает. И сейчас я... Далековато, по маршруткам я не собираюсь. Иду на такси. Вот. А потом покажу, что потом. Что будем делать, сама не знаю. Будем завтракать, наверное, скорее всего. А вам прекрасного дня и хорошего настроения, мои дорогие зрители. Кстати, эти очки муж, который купил себе, но не одевает. Они для меня. Рейбаны. Как вы думаете, подходит мне? Вот, коллаборация у нас так произошла. Потому что купил без меня. И для меня. В такси иду, сажусь уже. Смотрите, в какое сито я пришла, красивая. Так, впервые здесь. Вот так я выгляжу сегодня. Ой, кругом зеркала, какая прелесть. То, что я люблю. Так, будем искать лифт. Друзья мои, я не знаю, где лифт. Вот это да. А вот и лифт меня ждет, вы понимаете? Лифт ждет. Это как понять? 8 этаж. Не работает? Не работает. Надо другой. А? Вот это да, друзья мои. Красивые ситы. Все такое в зеркалах. Такси взяло с меня 250 лир по счетчику. Вот. Так что вот сяду в лифт скоро. В красивом лифте я еду. Ну, жарища сегодня, наверное, будет целых 50 градусов. Ну, в этой юбочке мне не жарко стало. Нормально. Как интересно.
Получается, у нас застолье сразу с видеообзора. Нужно запечатлеть всю эту красоту моих подружек. Вот мои подружки. Мы, нас мало, но мы в тельняшке. Да. Другие по уважительным причинам отсутствуют. Вот, приятного нам аппетита. Смотрите, какую шапку я купила себе. Пока я дошла, так жарко было и решила купить. Знаете, почему цвет такой взяла? Две шапки взяла. Одна белая, маленькая. Одна такая, потому что очень жарко. Ходить невозможно без шапки. У меня есть белая с большими полями, не выйдешь. А эта такая культурная, мультурная. Как она мне подходит? Я думаю, что подходит. Выбирала час. В магазине ДАК. Вот. Чтобы знали. Можно купить дешевле. В Айкике мне не подошло. Было 4 штуки модели. Стоили дороже, на 100-200 лир. А здесь дешевле. Ну, в принципе, не в цене вопрос. А вопрос в том, подошла она тебе или нет. Так что вот, иду, друзья мои, с покупочкой, довольная, как слон. Приятного дня! Мои дорогие, ой, столько я покупок сделала, я вам покажу потом, что я сделала, какие покупки. Сейчас я вам расскажу, знаете, о чем. Сегодня день рождения у Ялчина, и мы решили с мужем сделать ему такой небольшой сюрприз. Сейчас включу музыку, и Кидогдон Ялчин. Свечки тут такие, да? И этот... Сделаем такой праздник. Его зазвали. Вот такой неожиданный сюрприз. Вот. Вот такой вот у нас. Какой вкусный чайковте я купила сегодня. Вы не представляете. С таким удовольствием я покушала. Смотрите, какую шапку купила я. Ой, жарко, поэтому... Вот такую одну шапочку купила. Ну и вот такую. Смотрите, у меня такой бардак. Я что-то хочу придумать пошить. Я вам говорила, да? Из этой. Что-то хочу придумать пошить. Вот красиво разукрасить. А, вот такие заколочки я себе еще купила. На моего мужа везду. И вот такую заколочку. И вот такое купила для лица пшикать. Понимаете? Для лица. Вот такую для купила заколку себе. Мне так хочется сейчас. Делать что-нибудь себе такое. Делать что-нибудь такое. Вот. Тока-тока. Называется тока по-турецки. Dur bekle yakacağız onu. Hanımı saygılarımı sunuyorum. Derseniz şu ceketi çıkarayım mı? Çıkarım. Eyvallah. Değerli kardeşim. Yalçın. Yalçın. Davut günü kutlu olsun.